Добрый вечер, меня зовут Илья Худяков. Мы находимся на стадионе школы 64, где в рамках 18-го тура, заключительного тура английской премьер-лиги, любительской футбольной лиги, АФЛ, команда Манчестер Сити принимает команду Чарльтон. Манчестер Сити в желто-синей форме, Чарльтон красной. 5-0. Дримерс. Ах, удар, штанга выручает. Манчестер Сити. Матч есть. За индивидуальный приз. Гол. Ух ты. Что-то там уже вдалеке. Голкипер спасает. О, гол. Выход 1-1. Ильгиз бьет, попадая прямо в голкипера. Ванг. Я покажу желтую карточку. Матч. Игорь Николаевич. Удар. И мяч в ворота. Счет становится 0-1. Манчестер Сити проигрывает. Неожиданный удар. Только Дмитрий Иванов порадовался и сразу же пришлось вступить в игру. Так вот нужно отвлекаться. Навес. Удар головой. Пробивал Дмитрий. Тамерлан пасует на Тропанк, Ильгиз простреливал и считанные сантиметры не хватило переправить мяч в пустые ворота. Тамерлан переводит на Тропанк. Александр бьет, тут и защитник помогает уже голкиперу. У меня тут золотая. Все красное. Сити атакует. Я вот там был. Антон помогает командам. Ну, там скрывается заодно. Там вокзал, да? Пас 1-1. И в прекрасном прыжке Дмитрий Иванов спасает команду. Навес. Дмитрий уверен в действии. Выходит и дает пробить. Правый. Удар. Мяч попадает практически в штатив. Дмитрий благодарит Валеру за помощь, за точный пас. Показывается символичный жест. Все классно было сделано. Удар! И гол забивает Алексей Молчанов. Это 16-й мяч в сезоне. Дело еще 2-0. Еще один гол, и он сравняется в списке лучших бомбардиров с игроком Ливерпуля. Вот такой вот у нас гол в раздевалку. Уходим. Спасибо за помощь, Валера, в обстановку. Удар на добивание. Был Тамерлан. Но поразить ворота не удалось. Чуть-чуть не хотел решить. Удар. И мяч в воротах.
забивает Александр Миготин. Неожиданным ударом в дальний угол. Сокращает разрыв в счете. 2-1. Алексей. Пас. Удар касания, но выше ворот. Неожиданная потеря. Эльгиз бьет. Мяч у Шартона. Отличный дриблинг, удар, и только штанга выручает горожан. Неожиданный удар, дал кипер, вопрос, и заменить его, ставит скорой. Удар в касание Тамерлана, мяч прилетает выше ворот. Кубок начнется, кубок, на вылет. Анатолий Крутиков, пас, удар, и в пустые ворота не попадает нападающий. Бьют, а? Сам, ну, да. Сам застыл, не понимая, как так могло произойти. Такой удар, да. Александр отлично играет. Бьет, но ну, там Дмитрий на чеку и снова отводит угрозу своих ворот. Мяч Алексея бьет и... возможность забить 17-й мяч. Удаться за ворота. На движение действует отличный защитник. Сейчас он атакует. Пас на Алексея. Хорошая комбинация. Удар и гол. Гол забивает Чатан. Делает счет 3-1. Удар в домик. И повторный удар не получается. Подача на левый фланг. То ли... Я считаю, там удар в ближний угол, голкипер действует. Отлично. Удар! И мяч прилетает рядом матча. Полный чат там идет 4-1. И на этом время вышло. Кровка с печатом набирает 36 очков. Манчестер Сити 40. Команды Эвертон 43. Таким образом распределились призовые места. Лучший бомбардир английской премьер-лиги остался Александр Петелин. 17 мячей. На втором месте Алексей Молчанов 16. И на третьем Егор Колтышев 15. Английская премьер-лига и сезон летний АПЛ завершается на этом. Всем спасибо командам, болельщикам, комментаторам, операторам, врачам. С вами был Илья Худяков. До свидания. Удачи.